Мы договорились уделить внимание, повстречаться тем, кто занимается рекламным бизнесом. Реклама, я так понимаю, наружная реклама преимущественно. Хорошо известно, что весь прошлый год мы поставили себе задачу навести порядок на территории Подмосковья. И этому была посвящена большая работа. Закреплен за этим был у нас персонально Менчук Александр Менчук. Он здесь должен находиться. Да. Да, вот, Наталья Сергеевна с коллегами поддерживали, сопровождали все наши потуги. Цель, которую мы преследовали, была предельно проста. Сделать рынок прозрачным, уйти от конкурсов, прийти к аукционам, для того, чтобы, с одной стороны, муниципалитеты, а все деньги, соответственно, поступают в бюджеты муниципального уровня, остались муниципалитетом. Ну, а мы бы видели, соответственно, развитие этого рынка. Я считаю, что мы очень успешно поработали и беспрецедентные деньги привлекли во все муниципалитеты. Но жизнь так устроена, что она нет-нет, да готовит нам сюрпризы. И как, наверное, мы все обратили внимание, вот те сложности в экономике, с которыми мы столкнулись, визуально, прежде всего, мы увидели, в общем-то, в вашем лице. Потому что те 12 тысяч, по-моему, у нас, или 13 тысяч носителей, которые висят, расположены на территории Подмосковья, да, изменили свой облик, они стали грамотно расположены, очень часто выглядят современно, но нет спроса. И наша основная задача сегодня в присутствии и с участием моих коллег, глав муниципалитетов, все-таки оказать вам поддержку. Вот, собственно говоря, это является основным поводом сегодня повстречаться. Потому что, честно говоря, немножко расстраивает то, что большинство носителей, в общем, содержит в себе одну примитивную информацию, сдается. Поэтому давайте сегодня пообщаемся, познакомимся и обсудим, как нам двигаться дальше, чтобы, с одной стороны, вы прошли этот непростой этап, рынок, по-моему, на четверть упал, да? В первом 30% даже, да. Причем даже на привилегированных таких направлениях. Наша задача просто подставить вам плечо. Просто найти способы совместные, которые бы позволили вам это время пройти. Ну, а нам рассчитывать и сейчас, и в будущем на партнерство, сотрудничество с вами.